Да, вот мы на дачу приехали, тут ирисы распустились. А вот самая красота. Маки, мои любимые маки. Алые, бордовые, прям кроваво-красные маки. А вот опять видите эти, как норы. Вот нора. Медведочные. Вот тут вообще аж луковицу выдрала. Обгрызла все вокруг, глядите. И выдрала луковицу. О, съела. И вот еще сейчас покажу, крупная дырка такая, вон, это тоже медведка, видите, вот дырка, сейчас туда буду сыпать, видите, так, в принципе, вот эти вот трещины, это тоже медведки, буду сыпать туда, заразу. Вот, раньше пользовались медвитоксом. Потом он стал как-то хуже. Стали пользоваться гризли. Вот. Видимо, медведка привыкла к гризли. И вот нам посоветовали вот такой вот. Но это как бы, смотрите, для тех, у кого есть домашние животные, кто выпускает их на даче, это опасно для животных. Вот, так что... Сейчас буду туда сыпать. Берем вот такие. Такие же разноцветные, похожи на кошачий корм. И вот прям туда записываем несколько штучек. Закрываем ход. Можно даже побольше. Такая нора огромная. Надо что-нибудь такое взять, чтобы ее прикрыть. Ну вот кто советовал нам эту штуку. Или я не помню, по телевизору мало сделали что-то. Короче, говорят, что медведка будет прям вылезать на поверхность земли и подыхать. Ну что-то я как-то пока не заметила особо рвения с ее стороны. У нас уже вечер. Астра я не так и не посадилась. Такая жара жуткая была, что вообще даже никаких сил не было. Вот у нас тут этот самый виноград. Пока все полила, сегодня целый день. Не целый день, весь вечер, часов с 6, наверное. Вот тут частично астры посадили. Ну, что-то какие-то хилые они. А тут вот на той же грядке рядом. Более жирные. Хрен поймешь, в чем разница. Один и тот же сорт, одни и те же астры. Одна и та же грядка. Но в тазике Оливкина тряпка. Она опять по дороге на дачу натворила делов. Ее и стошнило, и обкакалась она. Я не понимаю, почему у нее это стало входить в моду. Раньше она так не делала. Как-то раньше у нее все это более мирно происходило, и она терпела. Привет, народ. У нас уже вечер.
Смотрите, какое небо красивое. Прям солнце заходит, садится. И такие лучи заходящего солнца. Ну, небо, правда, не знаю, какое вы видите, но оно розовое. Такое персиковое. Вот. И я тут жгу костер. И знаете, кто к нам пришел? К нам пришел ежик. Сейчас, если он не спрятался, покажу. Он тут пыхтит и стесняется. Вот он. Видите? Вот он. Иголками шевелит. Вот такой ежик пришел. Вот я тут жгу костер. Вот. Старый мусор сжигаю. Вот. Всякие какие-то картонки, ветки. Вот. Я вам уже говорила, у нас второй участок мы взяли, и вон там сколько всего. Еще огромные кучи веток, которые надо сжигать. Старые эти пни выкорчевывать и тоже сжечь. В общем, делаем золу. Я тут выгораю, жгу костер, отдыхаю. Так, в принципе, снимать особо нечего. Вчера ничего не снимала. Комары постоянно. Вот жарко. Штиль вообще полнейший, штиль никакого ветра нет, такие комары садятся, их можно кусать. Вот. Ну, отдыхаем, если будет что-то интересненькое, буду снимать. А так просто хотела небо показать, а небо не получается. Может быть, вот с этого ракурса получится. Нет. Все равно оно какое-то... Ну, вот чуть-чуть видно, что оно розовое. Совсем чуть-чуть вот тут вот видно розовые отблески, ну и вот это розоватое. На самом деле оно такого персикового цвета, очень красивое. Нет. У меня тут практически догорел костер, поэтому вот надо уже что-то подкладывать. Ай! Вот. Неожиданный поворот. Вот, еще был тоже интересный момент. Только я зажгла печку, она разошлась, и из-под печки выскочила медведка и побежала вот туда. Блин, прям срочно ее надо было поймать. Вот, ну ладно. Просто буду прощаться, потому что у меня там выскочил уголек, надо его как-нибудь достать. А то мало ли что, пожар и прочее. Так что... На этом буду пока что прощаться. Думаю, что, может быть, еще что-то присоединю к этому видео. И если будет что-нибудь интересненькое. Вот, маки уже отцвели практически. Так что на этой положительной ноте. До новых встреч. Привет, народ. Погода супер. Несмотря на то, что обещали ураган. И желтую планку опасности. Типа ураганный ветер и ливень. Ну, как посмотрите, погода супер. Скажу вам. Это да, вот. Небо голубое. Практически облачко. Вот редкие облака. Вообще что-то так. Не намечается ничего существенного. Яблоня у нас совсем загибается. Наверное, в этом году пилить ее будем. Вот. Ну и чего, сегодня понедельник, слава богу, большая часть соседей уехала, так что тишина, лепота, вообще такой обалденный день. Просто и погода радует.
И тихо, никто музыку не включает, никто матом не ругается. Никаких криков детей безумных. У нас вот там вот есть там соседи, этот коричневый дом. Там вообще безумная семейка живет. Родители, я не знаю, они сидели, что ли, то есть они все в наколках, через каждое слово мат, дети точно такие же, хулиганистые и ругаются. То есть, ну, дети маленькие, там, я не знаю, сколько лет, 7-8, но они шпарят матом уже как вообще, как будто это их родной язык. Ну и сейчас момент хочу вам тоже показать. У нас миндаль растет, и на весь участок практически такие, ой, не миндаль, а этот жасмин, такой легкий, нежный аромат развивается, особенно после дождя. Вот на нем эти самые пчелки. Привет, народ. Парилка началась. Понедельник все еще. Слушайте, я думала пойду видео редактировать, но забыла каталог с музыкой дома. Вот, поэтому решила, что буду сеять залу. Вот такой у нас агрегат. Просеивать. Отделять, так сказать, котлеты от мух. Ну, то есть, вот это все просеивается, отделяется вот такой вот, то, что на выброс, мусор. Мусор как бы не выбрасывается, а мы его снова в печку, и чтоб он горел заново. Вот. И пыль, как бы пыль мы кладем в землю сразу. Ну, поэтому решил сидеть в тенечке, поделать доброе дело. Вот. Сейчас еще поняла, что на солнце копать тот куст с травой я не смогу. Вот поэтому я вот обкопала жимолость, один кустик. И поняла, что сверху надо подсыпать землю. Вот тогда я вечером его удобрю. И насыплю землю от из кучи, из компоста. Вот, не знаю, видно, не видно. Смотрите, уже ягодки висят синенькие. Они кислые и не особенно как бы налились соком, но вот уже, не знаю, видно, не видно, расплывчато, наверное. Вот, но ему надо подкормить его, потому что ягодок на нем мало, и он такой вот немножко хиленький. У нас есть другой куст, он огромный, 1.5 метра в диаметре и в высоту также. В высоту, наверное, 1.2 метра. Вот, так что еще вот освободила, как раз думаю, залу посеять. У нас вся зарала здесь вот стояла. Вот, где ежик, кстати, вчера был. Вот, я это освободила, чтобы обкопать ежку и тоже ее вечером удобрить и подсыпать земли. Ежка, если не знаете, это как бы гибрид крыжовника и смородины. Вот он так выглядит, такой куст раскидистый, огромный. Он не колючий, как крыжовник, он как смородина, а ягодки у него, вот, видно, если вот они висят, зелененькие, они гроздями, как смородина, но внешне похожи на крыжовник, и в точном итоге они будут такие черненькие, как крыжовник. Вот, вот такая ёжка, тоже ее удобрю, вот я убрала золу, сейчас просею, обкопаю. И тоже вечером буду удобрять, как и жимолость. Вот, так что вот такой пока что план, потому что очень жарко, я не могу. Я прямо задыхаюсь. Вот, так что до новых встреч. Привет, народ. На сегодня уже вторник. Что там говорили? Ураган, гроза. Морковка там плавала. Смотрите, какая погода, совершенно никакого урагана, никакой грозы даже не намечается. Небо голубое.
вообще ни одного облачка. Ну вот какие-то редкие маленькие облачка. И все, голубое небо. Даже намека нет, что какая-то гроза и какой-то ураган. О. Я сейчас ходила в магазин. У меня хлеб кончился. Сейчас покажу вам, что взяла. Вот. Собственно, вот взяла хлеб обычный. Но не такой, как в Москве. Он пористый внутри. Он не на дрожжах, наверное. Он воздушный. Вот. Батон. Вот такой квас взяла. Написано «Очаков». Останкинский. Вот. Ну, если доведется, не берите. Оказалось, что он с химией. Вот. Еще взяла вот таких 4 мороженых ногинских. Ногинское мороженое самое вкусное. И еще взяла вот такие чипсы полакомиться. Они реально пружинками. Смотрите, какие. Вот. За все у меня вышло 255 рублей ровно. Значит, квас 50 рублей, хлеб 30, чипсы 55, ну и мороженое по 30 рублей. Вот так вот, в общем. Так что сейчас пока отдыхаю, пытаюсь отойти от этой жары. Как-то запыхалась я, пока шла. Вот. Что у меня, кстати, на планы, по плану на вчера было досадить астры. Астры я досадила. Сейчас покажу. Вот. Такая клумба получилась из астр. Целый ряд. Ну, пока еще они тут на солнце. Пока еще не принялись. Вот. Потом еще у меня остались несколько штук где-то 10-15, такие полудохлые. Я их вот тут посадила за лилиями. Ну вот видите, жара печет, они никак не поднимутся, завяли все. Вот видно, не могут подняться. Вот у нас распустился второй пион. Это третий совсем светлый, а вот второй там подальше, он розовенький. Вот. Ну, что сказать. Жара стоит неимоверная. Просто невозможно. Естественно, я до этой кучи травы не добралась вчера. Это был вообще ужас. Я просто не могла. На такой жаре мне прям плохо было. Вот. Сегодня еще хочу вечером, может быть, вот клубникой заняться, прорвать травку и поставить подставки, чтобы ягоды в земле не лежали. Вот. Маки уже отцветают. Практически тут распустились 2. Вот еще бутончик тоже распустится. А так, в принципе, уже все отцвело. Вот еще. Хотела тоже на втором участке показать у нас. Еще есть клубника. Нам давали отростки. Осенью, в прошлом году. Вот, тоже ее надо продрать, убрать траву. Вот здесь вот видно, с краю я уже убрала, а вот остался кусок в центре. И тут проблема в том, что я посадила лук, потому что мы забыли его посадить вовремя, и пришлось уже в последний момент сажать. Поэтому я натыкала просто подряд, сплошным полем. Вот, тут у меня кальраби. Не знаю, заряжется или нет, уже гусеницы пообгрызли. Все. Вот, еще нам дали огурцы. Ну что-то, видите, они как-то хреново растут. Вот один принялся. Ну вот тот еще тоже ничего. А остальные. Один загнулся. Вот тут в центре сидел. Загнулся. Вот еще, видите, вот эти как бы. Более-менее 3 штуки. А вот этот, походу, тоже загнется. Какой-то он вообще ни о чемный. Ну вот один, так можно сказать, хорошо. А один
можно сказать, принялся. Но, знаете, это огурцы, уже конец июня. Я много надежд не возлагаю на эти огурцы. Вот, только-только пошли основные листочки. Вот, и еще нам тоже дали кабачки. Вот. 3 штуки, но вот тут оказалось 2 кустика, поэтому они рядом выросли. В одном горшке оказалось 2 этих самых, 2 куста. Вот. Вот так выглядит наш второй участок. Это старый дом, в котором хозяин жил, но он уже это... Ему не нужен, мы его будем сносить. Вот там листья, эти ветки валяются. Тут на дрова колем. Вот. И че, сколько работы. И потом весь этот бурелом надо перекопать. Ну, тут начали, вот видите, где огурцы, клубника, кальраби. Тут небольшой кусочек, ну, метров где-то 2 в ширину и, может быть, 4 или 6 метра в длину. Прокопанное, остальное все еще вон всего всякой работы навалом. У нас компостная куча такая самодельная. Ну, мы ее не огораживаем ничем, просто так лежит и все. Вот. Так что сейчас вот немножко отдышусь. Очитник мой любимый. Он, по-моему, розовенькими цветочками цветет. Где-то в конце августа начинает цвести. Вот пока просто такой шарик зеленый. О, это не помню, как называется. Господи. Короче, высокие такие, должны до 1 метра, может даже 1,20 м высотой кустики. И с белыми такими цветочками. То есть, если вспомню, как называется, потом скажу. Вот, так что вот так вот. Так что я пока отдыхаю от магазина. Потому что я так запыхалась. Представляете, 2 километра идти пешком по солнцу. Это просто жуть. Ну вот, смотрите. Пробую делать. Ну, на самом деле, можно было бы, конечно, попробовать посмотреть в интернете, как это делается. Но я на даче, здесь нет интернета. Вот, и как бы я видела, многие делают со свежими цветами, не сухими, не засушенными. Вот, и я решила тоже попробовать. Ну вот, не знаю, видно, не видно. Ну, так вот, хотела еще сделать с колокольчиками, но поняла, что фиг там. Колокольчик в момент заливания эпоксидкой поменял цвет. И с колокольчиками не вышло, поэтому я попробую. Ну, это как бы проба. То есть, если получится, получится. Если нет, то нет. На самом деле, походу у меня эпоксидка испортилась. Она где-то год стояла просто без дела. Она пожелтела, загустела, и вообще не знаю, будет ли она твердеть и что получится. И почему, собственно, цветы меняют цвет, я не знаю, так должно быть. Или это из-за эпоксидки, из-за того, что она, может быть, застоялась или что-то с ней произошло. В общем, вот так вот. Вот я сережки и 3 колечка. Вот здесь вот. А здесь я просто залила полусферки с тоже с 2 с желтыми цветочками, 4 белых клевера, мать и мачеха и розовый клевер. Ну, не знаю. Вот пока стоит, что из этого получится, не получится, не знаю. Посмотрим. Если получится, потом, когда уже вынул, потом покажу, что получилось. На самом деле это просто проба пера. Потому что с цветами я никогда не делала никаких украшений. И вот хотела еще эти зеркальца очистила. Хотела зеркалами попробовать. Зеркалами. Но после того, как колокольчик изменил свой цвет, я поняла, что не надо пока зеркалами пробовать.
мало ли еще испорчу, и потом зеркало, ну, как бы, труднее переделать. А тут такие маленькие полусферки, и получится, вот. Не получится. На самом деле, тоже, опять же, говорю, что можно посмотреть, как делают люди в интернете какие-то мастер-классы, но я не люблю по чужим мастер-классам что-то пытаться делать. Это, конечно, выход, но мне нравится как бы самой попробовать, самой смешать, самой ошибиться, самой получить результат. Конечно, уйма материалов на это уйдет просто на выброс, но это практика. Практика, которая дает результат, и ты учишься, и у тебя либо получается, либо нет. Если не получается, значит, ищешь другие какие-то способы. Если получается, то супер, замечательно. Так что вот так вот. Ну, пока все, что получится, результат покажу. Вот. Пока. До новых встреч. На связи. Привет, народ. У нас сегодня уже среда. Вчера ночью был дождик. Было очень прикольно и приятно, что немножко освежилось все. Сегодня, конечно, тоже парилка, но сегодня ветер. И ветер немного спасает, конечно. Я сегодня взбодрилась и немножко поработала. Ну, немножко покопала, немножко покрасила. Вот сейчас красила ворота. Вот такой ужасной штукой. Кузбасс-лак. Жутко вонючий. Я все перепачкалась. У меня следы этой краски по всему телу. Короче, руки все грязные, но не все грязные. И самый прикол, что эта штука не отмывается. Вот. Вот, значит, что я хотела вам показать. Эти штучки я не дождалась ровно 24 часа. Ну, прям вот соблазн был выписать их. Вот, вот такие штуки получились. Такие полусферки. Видели, не сильно такие видно, ну вот. Ну, я думаю, что потом еще на фотографиях покажу более четко, более, потому что камера у меня не самая лучшая. Ну, вот такие тайны, вау, они получились. Это так прикольно. Они такие получились. Они такие прозрачные, янтарные немножко. Ну, кстати, зависит все от цветка внутри. Вот, например, клевер белый, который нифига не видно, что он белый, потому что сам боже, как называется эта штука? Эпоксидка, господи, совсем от жары голова не варит. Сама эпоксидка, она пожелтела. Вот, и например, вот там, где белый клевер, оно такое лимонного цвета получилось. Там, где зайчий хвост, оно почти прозрачное. Такое нежно-нежно-нежно, какого-то молочного такого цвета. А там, где, например, куриная слепота, там вообще янтарный цвет получился. То есть, я не знаю, я думаю, что это зависит от цвета, но и плюс желтизна самой этой самой штуки. Эпоксидки. Вот. Такие штучки. Потом. Вот. А еще решила вот эту штуку попробовать делать купол. Такой, ну, типа стеклянный. Не знаю, получится или не получится. Завела 4 штучки. Просто я когда развела для коллекции этих самых сережек, чтобы чуть-чуть доделать, получилось много. Вот. Я подумала, сделаю, попробую купола. И вот я 4 штучки залила. Ну, как залила? Просто саму формочку обмазала эпоксидкой. Вот. И, собственно, перевернула, чтобы, ну, как пыталась распределить там, перевернула, чтобы оно не внутрь стекало, не к основанию формы, а к краям. Короче, если получится, то я покажу, какие штучки получились. Привет, народ! У нас уже четверг. И, как видите, погода все такая же жаркая.
и утомительная. Правда, вчера было под вечер облачно, и сильный ветер поднялся, и это намного спасло ситуацию. Но сейчас опять изнурительная жара. Смотрите. У нас уже подоспела земляничка. Целая поляна. Но тут плохо видно. Еще трава. Ну, вон они, красные ягодки. На самом деле они прячутся под листиками. Их там очень много. Наверное, стакана два наберется. Запах такой земляничный. Вот. Еще я сегодня старичка обработала клубнику, вот. Теперь она такая голенькая. И смотрите, какие ягоды. Похлеще всяких магазинных. Ягода где-то в длину сантиметров 5. На самом деле здесь 3 сорта. Так. Наверное, с этой стороны удобнее будет показать. Такая, видите, ягодки как будто засохшие висят. Это зинга-зингана. У нее стоячий прямой цветонос, плодовая ножка, и на ней такие как будто засохшие подвяленные ягодки. Вот, вот это вот крупное. Это, собственно, по-моему, ремонтантная называется. Точно не скажу. По-моему, ремонтантная. Вот, вот здесь вот виднеется ягодка. Ну, ягоды, конечно, не сыпятся, так сказать, с куста. Но все равно полакомиться есть чем. И сейчас я сюда залезу. И вот это вот у нас один кустик пока что ананасная. Она, видите, такого персикового цвета, и она больше не покраснеет. Вот кончик только порозовеет, и все. Вот. Так что вот так вот удобрила я. Проредила клубнику. Жарко. Никаких ураганов, что там обещали в начале недели. Никаких ливней, ничего такого не было. Вот был только дождь ночью со вторника на среду. И все. Ну и вчера немножко сгустились тучи вечером, где-то после 4. И ветер сильно поднялся. Ну а так все. И на этом все. Никакого урагана, никаких дождей. И вообще уже немножко не хватает этого. Не обращайте внимания, если я косичку сюда заколола, то что очень шея потеет от этого солнца. Если будет ураган, ветер и снегопад, я, естественно, для вас сниму видео. А так, наверное, думаю, все. Ну, еще завтра для отчетности в пятницу сниму. Сегодня пока четверг. Так что вот так вот. Привет, народ. У нас пятница. Такой прикольный день. Не то пасмурно, не то не очень. Средний.